Дорогие друзья, приветствуем вас в Большом зале консерватории на концерте фестиваля «Московская консерватория онлайн». Исполнители – заслуженный артист России Никита Борисоглебский, скрипка, и лауреат международных конкурсов Арсений Тарасевич Николаев, фортепиано. Йоганнес Брамс, соната номер один, соль мажор для скрипки и фортепиано, сочинение 78-е, в трех частях. Сергей Прокофьев, «Пять мелодий для скрипки и фортепиано», сочинение 35-е бис. Эдвард Грик, соната номер 2, соль мажор для скрипки и фортепиано, сочинение 13-е, в трех частях. Никита Борисоглебский и Арсений Тарасевич Николаев. Thank you.
Thank you.
Дорогие друзья, следующая прямая трансляция из Большого зала состоится 7 июля в 19:00. Исполнитель Константин Емельянов, фортепиано. До новых встреч и будьте здоровы!